不管我也去，我媳妇也去。Да, вот так надо было сделать в том розыгрыше, когда вам так же навесили. Ну, вот хорошо сейчас было. Все было хорошо, пока не пришел я, да? Я на Олега раздражающе действую. Не, я сразу Ну нет, это он хорошо ускорил. Вообще не просто, поэтому сейчас нет. Такой откровенный навес был. Очень откровенный навес был. Но вот это надо видеть, к этому готовиться, это спокойно отбрасывать. Ну, Олег, потому что он же долго летел, Валанчик, да, точно, но очень долго. Сука!
Не, ну это хорошо. Интересный удар. Ну, я бы сказал, почти. Почти хорошо, да. Да, почти хорошо. Нет. Почти хорошо. Я, ну, периодически людей без валана оставляю. Чтобы поиграть, сразу колотить. Я шучу. Я уже терял ударение. Красиво было. Красиво, похоже, похоже, что-то в этом было. Ну вот это просто, вот Олег уже пошел вперед. Вот сделать бы сюда, сюда и туда. Олег, а где обман это на сетке? Мы бежим и все быстро отыгрываем. Где обманчик? Тоже так себе обман. Да. Костя вообще просто не успел. Ну вот где обман-то, Олег? Константин тоже просто выставили подставку. Как бы было в этом. Ой, какой замах. Вот, вот то же самое здесь выставить, да, плоскость, а потом обмануть его. Я что-то не проследил. Ну вот где как раз надо поработать, Олег. Зачем? Выставить, туда обмануть, выставить, назад дернуть. Еще раз, работаем над сеткой, над обманами сегодня. Ну такая попытка была, Константин.
Красивый и укороченный. Очень красивый, да. Хороший удар. Нет, серьезно, хороший. Хороший. Ну а зачем было разворачиваться в диагональ? И чё, так вы добиваете, какая разница где он? Вообще уже не важно. О-о-о! Правильно, правильно, правильно. Константин, молодец. Пробуем, пробуем. Олегу сразу ведь некомфортно стало ногам. О-о-о! Правильно, пробуем. Все верно. Олег, где обман? Где? Ну уже три раза дал вам Константин возможность. Так вот же он прям к вам летит. Оп, вот туда его поверните. Вот туда вот. Или оп, назад его дернете. Просто откинули и все. А? Все нормально, все. Константин пытается, все нормально, все правильно. То есть надо пытаться, надо доигрывать. О, видите? Вот он пытался, вот у него получилось один раз, да? То есть вот в чем смысл, учиться этому. Вот, пытаемся. У вас уже задача более сложные, вы должны уже пытаться в игре понимать уже, как это должно работать, а не просто делать определенные движения. И не дотянули. То есть Олег же не пошел вперед, да, он ему удобно, он ну как бы работал с Валанчиком. Вот оно, да. Еще потянуть. Опять, без валана оставили, но не сказать, чтобы сильно обманули. Вообще понятно, что сетка летит. Да не, ну, я говорю, что мне больше сетка волнует. Мне вот сейчас интересно, как вы будете с сеткой работать. Не вижу у Олега сетки. Что так? Просто чуть подольше потянуть, чуть получше обмануть, покороче. А так. Вот здесь обман. Вот здесь обман. Вот здесь вытянуться и обмануть. Придумать что-нибудь.
ну, Олег попытался. Попытался сейчас что-то там сделать на сетке. Диагональ стоит. На сетке. Не сегодня. Сегодня наоборот. Сегодня обманывать хорошо.
все вниз. Что это вообще было такое, Константин? Обманы. Ну, я обманул я. Ну а почему первый без обмана был? Что вы так? Сегодня цель такая. Обманываемся. О, такой же удар. Вы друг у друга учитесь, я смотрю. Что это? Да, так подойдут. Я как-то в такси дали сдачу почистить. Да, прям плохая, прям она прям сыпалась. Да нет. Вот очень похоже. И прям фальшивка. То есть, и у нее краска вот эта вся, вот полоска, все натрескает. А так вроде шубка, вроде плюс-минус то же самое. Цвет тоже немножко какой-то такой оттенок другой, знаете. Но не прям вот ты возьмешь две, так типа, если не вглядываться. Вот на ощущение это небольшое, то есть ты не понимаешь, там, грязная она, там, вроде не грязная. Но вот эта сальность, она существует. Ну, бля! Вообще не понять. Ну, то есть есть только специально разговаривать, то есть есть количество разговаривать. Так они же это, они же сотки, да, делают? Пятерки. Или наоборот, пятерки в сотки. Там, короче, там такое было. Балзамат это они, кстати. Вообще бумажка и просто штука наклеили. Сейчас
часть, часть, да. И не пятерки, а там вот часть именно все, 10 рублей. Вот это другой купюры. Не вижу на сетке. То, что все быстро и неплохо, вижу. Обманов не вижу. Ты что, еще поработать решила, Дарья? Ну так себе два раза, Константин. Попытка засчитана. Даш, а еще больше есть футболки? Куда ты? Куда ты пришла? Где у тебя Серега? В Химках, что ли? У тебя Серега в Химках, что ли, сегодня? Ты его не послала. Серега в Химках, что ли? Блин! Ты сама решила развеяться? Красивая срезка была.